И если давно хотели проверить свои нервы на прочность и сыграть какой-то крутой ужастик, а все прочие уже приелись и надоели, то вам крупно повезло, ведь перед вами игра Evil Nun. Довольно жуткая и страшная игра, только попробуйте запустить ее, и вы не сможете спокойно ночью заснуть, а во время геймплея будете постоянно вздрагивать и ощущать мурашки на коже. Этот хоррор будет происходить от первого лица, где вам предстоит управлять мальчиком, который должен убежать от злой монахини. Эта одержимая женщина или призрак схватила его и закрыла в школе для того, чтобы завершить сатанический ритуал. И так получилось по неизвестным обстоятельствам, что именно этот мальчик играет важную роль в ритуале. И если хотите выжить и спасти жизнь герою, то придется придумывать разные способы, как решить головоломки по всей школе. Еще одной особенностью будет огромное здание, которое можно изучать, бродить там, конечно, жутко, но что поделать, придется исследовать все вокруг, чтобы найти способ выжить. В таких критических ситуациях приходится быть сильнее, умнее и хитрее. Проявите все эти способности и таланты, пока не оказались на ритуальном столе. Злая монашка, кажется, представляет собой смесь между бабушкой и жертвой зомбической чумы. Никто не знает, что таит в себе это злое существо и на что оно вообще способно. Монашка имеет колоссальный слух, и вам придется максимально тихо передвигаться по темным коридорам школы, в которой вы закрыты вместе с детьми. Здесь придется постоянно оглядываться и в любую минуту ожидать увидеть страшное лицо перед собой. Помните, если она найдет вас, выжить не удастся. Помимо нее в заброшенной школе обитают и другие призраки, которые выглядят не менее зловеще. Будьте начеку. Атмосфера здесь поистине напряженная и держит в страхе до самого конца. У вас нет точного плана действий, а лишь полно непонятных вещей, странных комнат и очень мало времени, чтобы выбраться из западни. Исследуйте самые темные уголки этой школы и постарайтесь не попасться на глаза монахине. В школе закрыты дети, которых жуткая старуха держит в качестве пленников. Все осложняется тем, что вы не знаете, живы ли они и сколько времени осталось у несчастных ребят. Каждая локация здесь пропитана страхом и ужасом. Чтобы выбраться на свободу, вам необходимо найти особую маску, а для этого ищите подсказки, скрытые предметы, а также разгадайте тайну этого зловещего места. Да, мальчику не повезло, и была бы его воля, он бы никогда не знал обо всем, что происходит в школе, но никто не застрахован от таких ситуаций. Поэтому, если у вас были намерения провести время в страхе и ужасе, то добро пожаловать в учебное заведение жуткой монашкой, которая решила затеять какие-то странные пугающие обряды с вашим участием. Если все еще не страшно, то обязательно перед игрой подключите наушники, тогда вы 100% не сможете заснуть спокойно ночью, а каждый шорох вам будет напоминать все те ужасы, увиденные на экране. Именно звуковые моменты и графика делают этот хоррор таким неповторимым и жутким. Так что запускайте игру и удачи выжить. В заключение хочу поблагодарить Юрия Каюдина за то, что посоветовал снять обзор на игру про монашку. Спасибо тебе, друг, за то, что следишь за моим творчеством и советуешь разные игры. Удачи тебе и успехов! Кто захочет подписаться и поддержать канал Юрий Каюдин, я оставлю ссылку внизу под видео в описании.